Да, технологии, Сережа, сейчас, конечно, дают. Что хочешь, можно любого, вот как ты правильно сказал, за чаем. А бабы не дают. Это технологии что, не про... Технологии дают? Хотя есть бабы, которые дают всем, только за деньги. Технологи только. Технологи, да. Женщины и технички. Женщины-технологи и женщины-технички. Да, вот они всем дают. Не всем? Ну, многие. Кто спросит? Кто спросит, да. Ну, это сейчас мы грустно. Нам что-то взгрустнулось. Знаете, весна скоро, оно начинает уже. А одежи нету. Ну, гуманитарку уже всю сносили, то, что нам пришла. Дутыши уже тоже. Раньше были разборные. Раньше разборные были венгерские. Это доставалось внутри чеплыня. Валенок, да. И опять ходи. А сейчас прилепляют. А сейчас китайцы... Чтобы новые покупал. Китайцы, они литые делают. Они их просто льют из резины и продают. Это идут еще. Они даже не теплые внутри. Из старых шайб, которые они на чемпионате мира по хоккею, которые хоккеисты выкидывают. Да, из этих шариков от пинг-понга. А что, знаешь, из чего делают? Из использованных этих. Ну, из этих, да. После чехничек. Изделие номер один. А они зачем им пользуются? А китайцы вина, они ими и не пользуются. Они вообще даже не знают, да они в шишках размножаются. А им на пальчиках хватает. Думаешь? Ну а что? Или ты думаешь, что мал золотник да дорог? Я не знаю. Я голых китайцев не видел. А это? Кого? А когда в баню ходили? Так там не было китайцев. А кто был? Не, ну там наши были. Монголы. Это какую-то ты баню с монголами ходил. Ходил один раз. Я не главное, ты уже ходил в баню, где монголы были. Ну, они говорили, что монголы. Мы японцы были. Как? Фолькуляторы. Какие-то, да, скопленочные. Ну, мы не разбираемся, они все на одно лицо. А мы, кстати, для них тоже все на одно лицо. Вот мы этого не понимаем, как это. Вот у него такой нос, у меня такой, а мы для них на одно лицо. А они что, слепые? У него такие глаза, у меня такие, а мы для них на одно лицо. А они все одинаковые. У их волосики у всех черные. Ну кто? Женщин поп нету. Ну. Да. И ты так нету. Ну какие-то, да. Зато покорные. Думаю. Но у наши тоже, если у кого ни попы, ни цицек, так они покорные. Наши тоже попкорные. Попкорные, да. А, наши еще попкорные. Она... попкорные, это американцы попкорные. Вот оно в жизни так. Если с себя доска, селедка, то зато такая будет горячая и покорная. И слово. А если уж даст Бог тело, да, ну, то тогда жди сковороду. Ну. Да, устроить тебе рыбьи ласки. Одно хорошо, что вот телевидение, оно тебе постоянно в форме держит. Да, надо ж, ну... Нет, есть ведущие, которые... Ну, вообще, есть которые... Нет, ну, есть которые, вот, типа Пельшера, а деканы все время в соляриях видно валяются. Какой солярий? Думаешь, у него на дизеле? Ну, он... Бензин, наверное. В бензине, думаешь, валяется? Валяется. Или у керосине. И он где-нибудь, Пельшер, не валяется не у соляры. И зачем ему? Он устал, и он сразу полетел на какие-нибудь Мальдивы, ну, да, типа Фолкленды. Ну. И там валяется с какой-нибудь другой ведущей. Ну. Розыгрыши там устраиваются, придумывая. А они все там на телевидении, у них же там этот клубок змей, говорят. Не, ну так туда ж пробиться надо. Так зато если пробьешься... Они пробиваются зубами, цеп, и сидят, и уже не скинешь. Вы думаете, это нам очень повезло, что мы случайно попали? Потому что у нас ЮНЕСКО, и у нас продюсер просто, помнишь, был этот, как его, этот, Пол Маккартни. Потому что еще у нас, потому что протеже, и он тайно надеется, что мы наконец-то вступим в ихнюю гей-мафию. Ну да, мы представители гей-мафии, а что? Каждому нужно куда-то найти свою прибежище. Вот мы за пару исходим. Когда в баню вместе, то я его веничком, то и он меня. А не смотрим, что другие делают. И мы не хотим выносить этот ссор из телевидения. Но телевидение есть уже, когда пробьешься. Со будет. Со сразу. Вот хотите, можем любого человека сделать сразу знаменитым. Вот вы за каких зайцев вы знаете? Славу, небось, этого? Да. Этого... соперника Юндашкина. Думаете, они друзья? Нет. А нам его Костя Зайцев из Киева написал. Дай.
Да, он не верил, что мы про его сейчас рассказывать будем. Вот рассказывай. Сиди, Костя, зови, мама, зови. Костя, зови всех, зови друзей. Зови соседей. Про тебя рассказывай. Включай видеомагнитофон. Короче... Давай, подожди, ты не торопись, пускай все садут хорошо. Сядь, Костя. Поудобнее, да. Ну, да, налей что-нибудь, может, корвалольчику. Корвалолу, да. А то, может, Кондрате хватить. И хватит трико ковырать уже, Костя, что ты там ковыраешь? Дырку хочешь больше сделать? Дай потом такую лампочку, чтобы заштопать. Нам? Здравствуй, Костя. Привет, да. Костя, вот ты нам написал, что у нас табачка памфлет, а у тебя хомячок сургучик, что ты его купил на рынке. И что ты хочешь повидать? Кого? А, связать! Случку? Или связать чьим? Мы тебе хотим сказать, Костя, это не получится. Это тебе как со слонихой. Да, хомячки, вообще хомячками надо аккуратно. Вообще, я подозреваю, что их продают хабиты, и они их специально учат, капаны в рот залазили, особенно спящим. А еще ты говоришь, что тебе уже прямо с именем продали, так это сто пудов обученный какой-то. Почему? Хорошее имя. Сургучик? Конечно. Зато я, ты знаешь, что, чем хомячки полезны? Во-первых, норкель, а? А во-вторых... А не ногти грызть могут. Из ихнего мумиё можно делать какие-нибудь под маленькие нырки, под поделочки, да. Ты же медик, должен владеть. Рука не дрожит и что? Должен вырезать что-нибудь можешь. И это сейчас пользуется шотом. А еще, я когда был маленький, я ходил с мамкой в баню. Но, естественно, в женскую. И когда у мамки спрашивал, что это такое у женщин, она говорила, это хомячки. Так мы тебе, Костя, таких хомячков напродавали? Ты нам нарисуй, нарисуй, какой у тебя хомячок. Белый или коричневый. И напиши, какой тебе больше нравится. И какая у тебя специальность. Потому что если ты стоматолог... Или проктолог, тогда нам есть с тобой смысл дружить. Да, то у нас в последнее время метеоритмы. Да, участились. Вот. А если ты по женским делам? Тогда тоже интересно. Нет, тогда тоже интересно. Да. Тогда... Вообще. Вообще? Напиши, да, что тебя интересует в современной медицине. Мы можем пообщаться, сделать консилиум. Да, сейчас же и выпишем кому-нибудь эпикрит. Сейчас очень много нетрадиционных форм медицины. Да. Да почему ринотерапия? Костя, напиши, как ты к ней относишься? Да, а ты учишься или уже кончил на медика? Учится, видно. Учится, да? Или кончил? Тайна.